Что ты там выкручиваешь? Я выкручиваю. Здравствуйте. Крышек понасобирал. Здравствуйте, ребята. Да, крышек понасобирал. Ну, тут же всякие идеи есть у меня. Идеи одно, другое. В общем, получается вот что. Что я хочу сказать. Ну, вот это вот... Я вот, например, называю вот это... Ну, как их сейчас, я не знаю, как... Ну, кто по-разному называет вот это. Я называю вот эти вот штуки. Эти, а что это такое? Ну, ну, вот эти, как их называют? Чобики. Чобики называют их, как они, я забыл, как они. Ну, вообще, я их называю глухарями. Почему глухарями? Ну, потому что, вот, ну, когда сверлят, что-то надо закрепить, значит, стенку забивает это, вот. Да как же он называется? Блин, с головы выкрутил. Глухарь сказал, глухарь. Ага, вот. Вспомнил. Ну, их называют дюбеля или как-то по-другому. Кто... Ну, почему? Я их, например, называю чопиками. Вот и сбила меня чопиками. Глухари! Глухарями почему называют? Ну, потому что от слова глухо забить, знаешь, забить глухо, закрепить. Ну, еще вот почему. Потому что, смотрите, вот когда закручиваешь это, вот, смотрите, сюда видно. Когда закручиваешь, у него вот это вот открывается, видите? О, открылось, как, ага. Как хвост, глухаряж, хвост вот так вот, или у кого-то, глухаряж, да, ну так, не хвост, знаю. Хвост так вот. Поэтому я называю глухарем, и вот его оттуда глухо, как задел, глухо и не вытянешь. Вот, но это к чему я разговор веду? Разговор веду к тому, что сегодня, сейчас бы мы крепить электрический котел Тенко 6 киловатт, 6 киловаттный. Значит, я тут все поприготовил, что, зачем я вот эти вот пропочки такие вот нашел, вот от бутылок. Сделал тут вот отверстие, и вот под вот эти штуки вот это все, вот оно. Вот. Ну, как-то так будет. Сейчас, ну-ка. Видите, тут хорошо. Ну, тут тоже будет хорошо. Все. Значит, сейчас что? А, вот за что же я хотел сказать. Значит, сейчас вы увидите там этот, когда котел крепишь, крепится котел, там получается, что, значит, крепление основания, оно как бы не достает до стенки, и получается, что, когда вы начинаете закручивать вот сюда в глухарь, шайба упирается, ну, сейчас я покажу, и она его вытягивает со стенки, а... Смысл его надо такой, что это все должно упереться, и когда закручиваешь, вот это все должно, вот, видите, расходиться. А так получается, ну, вот это вот в напряженном состоянии получается. Ну, я уже там все сделал. Кто смотрит наш канал и следит, их там есть некоторые следят. Хорошо, сегодня там переписка была. Ладно, значит, сейчас я пошел, беру котел. Вот он, наш котел. И теперь его надо подвесить. Сейчас я как говорю, сейчас самое начинается, ну, интересное. То, что были подготовительные работы, ну, это тоже подготовительная работа, но уже такая более-менее интересная в том смысле, что уже что-то где-то что-то видно. Вот, а, я забыл. Ты заклеила тут вот. Да? Ну, да. Заклеила. А теперь мне же надо найти эти, хорошо, я вот тут меточку поставил фломастером. Ой. Вот она, вот она. И теперь насчет этого ищу, где же у меня тут отверстие. Одно вот я вот нашел, проколол. И вот тут вот второе где-то должно быть. Вот. Значит, сейчас мы вот здесь проколол. А вот, точно? Вот. А, вот, гля, сразу как. Вот она, видишь? Это сюда будет крепиться. Вот так вот. Вот у меня этим большим. Вот она, видишь как. О. Не видим. Ну что, не видим? Ну вот. И видим. Видим. И тут тоже. О. И тут тоже вот. И, ну, он как-то котел предусмотрен крепить вот на этих самых, на двух, как бы два вот они отверстия. Может быть, он как-то, наверное, на крючки вешается или что, но я решил так на четыре повесить. Значит, надо еще мне найти два отверстия, вот, и вот эти я еще хочу закрепить, внизу, да, прикрепить его, значит, где-то вот тут, вот она метка, рисочка. Вот она метка, значит, где-то... Где-то вот здесь. Вот, не. Нашел? Не. Что ты тут писала? Я вот тут написала, он 18 сантиметров. Это отсюда, да? 1,8. Ах ты какая! Когда заклеивала. А я ж, видишь, не догадался так сделать. А вот еще и ты метку поставила, да? Да. Значит, вот тут где-то должно быть. О, точно. Ты, а, ты уже ж умная, а? Значит, да. Я и говорю, что я умней. О, нет. Нет. Смотри, вот она. Лишнее не делай. Вот она, вот все, ну, вот она,
Видишь, как? А я не догадался. Я просто метку поставил и все. А ты промерила, видишь, а я не промерил. Ну теперь легче будет. 18. И то, наверное, 18. И тоже. Да? Ну да, они же примерно одинаковые. Значит, приложим тоже тут 18, вот тут это. И вот тут где-то должно быть. Нет. Это где-то сейчас вот тут. Ниже. Нащупывается где-то вот тут. Вот она. Вот. Вот она. Ты снимаешь, да? Я снимаю. А, ты снимаешь все свои эти сад. Точно, гля. Ага. Вот это же надо, как ты это все придумал? А я вот это вот так пометил бы и все. Да, гля. Все. Как это все хорошо. Ну куда мы лезем? Куда мы лезем-то? Барон, вот эти вот беды. Сюда, потом отсюда. Сюда, потом отсюда. И теперь вот что я хотел. За вот эти пропочки, я же говорю. Что? Потому что если сейчас я начну закручивать, да. Оно вот смотри. Я туда-сюда дергаюсь. Да, ты дергаешься, я же хочу показать все. Понимаете, вот оно расстояние. И когда я начну закручивать, вот оно, видите? Ага. Глухарь будет его, этот самый, оно еще не затянется до основания, а оно его будет вытягивать. Поэтому я придумал так вот сделать пропочки такие, пробочки. Ну покажи. Ну вот. Вот это пробочки какие-то. И теперь я их вот так вот делаю, сюда вот вставляю. Ага. Вот. Пропочку той стороной, чтобы она не давала этому самому. Вот она, видите, как упрется. Ага. И будет как вроде как бы и ножка, ручка, огуречек. Да, ножка на стене. Ножка на стене. Не наделывай мне дыра. Я уже в другом месте сделал. Молодец. Ай-яй-яй-яй-яй. Все. Ты будешь обои переклеивать. Все. О. Так. Видишь, какие обои. Да. Дома. Дома. В дома закручиваешь. Угу. На улицу, так, чтобы не упало, блин. Толя, арка прямо вон, ля, арка вон. Вот тут лучше бы... Ладно, сейчас я вот так как одной... Ну? Ну, не! Папа. Да я же не той стороной. Ай, блин, ну ты же тоже... Я же не той стороной, надо... Вот этой надо, чтобы глухарик или я как? Я не вижу, что ты. Как я говорил, глухарь или он как он? Дюбель. Надо его обратной стороной эту пропочку ставить. Я тут хоть правильно поставил. Чтобы оно крышкой этой придавливалось. И не давало ему оттуда вылазить. Понятно, дюбель. И сразу запомнилось слово «дюбель». Дюбель. А тут я хоть правильно поставил? Барон, надо было тебя не бароном, а дюбелем назвать. Дюбель? Ага, а интересное. Чё? Дюбель, иди ко мне. Ну что ты там туда? Я ж проверяю, как я поставил тут. Правильно или неправильно. Что ты смотришь? Эй, барон, выходишь? Не выходишь? Выходит. Не хочет. Вот, что ты там? Так, а то я бароном занялась. Да бароном ты занимаешься, а не тем, что надо. О, провода как раз хватит. Да, гля. О, да тут запасов будет. Вот сюда уж провод будет вставлять. А это что, тоже вытянуть надо? Нет, это же будет подключаться насос. Насос вот так вот. Как же, чтобы она не переплеталась. Вот так, наверное. Вот. Это я вот так сделаю. Это вот так. Да, идет. Пустите ее туда, сюда. Так. Ой, хорошо. Где тут у нас отверстие, дырка? Ну туда? Ну, туда ж. Туда. Сейчас только надо сюда этот поставить, пробочку. Пробочку поставить надо вот так вот. Это ж пробочки. Нашел. Да ну я хотел же... Нашел. Деревянные хотел. Эксплуатация пробочки. Деревянные хотел поставить. А потом думаю, ну это же деревянные надо... Делать. Да? Делать. Делать надо, да. Это там, ведь слышишь, своим колокольчиком звенит. Эй, я уже побыл тут, опустите меня. А ну-ка, сейчас проверим.
Так. Не? Не. Так, еще вот эту сейчас поставлю сюда. Наверное, тоже такой же самый длинный поставить. Не хочет. Еще короткий поставить. Все длинные, эти короткие. Последний. Последний? Последний у Папаженко. А это четвертый. Не хочет по-лихому. Что, маленькая дырочка? Дырочка в одном месте. Опять. Тут отверстие. Все, так. Получается у нас лучше. Что у нас получается? Сейчас пойду отвертку возьму. У меня специально есть отвертка. Да. Мне подарили такую отвертку с этим самым, с ключиками. Можно хорошо закручивать. Сейчас пойду пронесу. Вот, пронес. Это мне подарили тоже такой наборчик, ключи тут всякие, биты. Я еще хочу сказать, значит, я заметил видео, которое видео мы снимаем, и там подарки, вот которые там, допустим, я дарю, мне там кто-то подарки, да, и обязательно много дизлайков наставят. И вот предыдущее видео там, значит, один подошел, начал там претензии предъявлять, но я так... Зашел к нему, ну, там спа в этом самом, на рассмотрение получилось каналы его. Значит, буквально за несколько минут мне сразу поставили где-то 6, по-моему, дизлайков. Ну, я, значит, зашел там это и смотрю, один там, ну, кому интересно, там видео есть, вот. И у него видно много каналов, и он мне зашел и целую кучу дизлайков, и, ну, начал меня там оскорблять, всяческими словами нехорошими говорить, вот. Ну, я все это... скриншотики сделал, каналов, зашел к нему на канал, посмотрел. Ну, в общем, есть такие мерзости вот в этом самом, в Ютубе. Вот, так что, ладно, на них не надо. Вот Коля тот в сад на всех широтах, так тот что стал? Он просто стал делать к видео эти самые, комментарии отключает. Вот. Потому что вот такие мерзавцы, мерзости подходят, их просто не назовешь нормальными людьми, адекватными. И сами он, ничего не делают, он да? Он сам, ничего не умеет. Я зашел. А он только умеет пальчиком нажимать на кнопочку. Ага. Дизлайк, я дизлайк. Зашел к нему, у него несколько каналов, но он же меня обзывает, что ты там дед, ты там такой, сякой. Ну, а сам глупец, ввиду того, что, ну... На канале думает, ничего что я, нету, я да? Не разберусь и не подойду. Я по его, значит, он там пишет, ну, текст. И текст одинаковый получается, как будто он с многих каналов там зашел и, ну, написал мне всякие гадости, вот. Ну, не в этом дело. Ну, мерзость она есть. Ладно, мерзость. Не будем об них говорить. Да, что не... Видео не об них. Да, сейчас я вот о, это... смотри, какая. Такая длинная такая вот эта вот. Это же гайка что-то? Болтик. А, это ж такое это самое, у тебя отвертка. Да. А, я думала, что это огромная. Я... Где, ну, еще много накрутить было, я отверткой прокрутил, а теперь таким ключиком на сколько тут? На 10. На 10 надо поджать аккуратненько вот это все, чтобы оно было хорошо тут. О. Зажать, поджать. О. И получилось, как бы он немножко от стенки отступает. Как, ой, сейчас станет. Как этим самым, ну, как на ножках. Видите, вот ключ туда заходит. О. То если бы не без этого, ну так бы вот тянул, и он получалось, чтобы этот дюбель... Стенка не греться не будет. Дюбель. Да? Если она, конечно, будет. Все, то может и потянуться. Дюбель может потянуть. Дюбель. Глухарь. Потому что там он как бы не расходится, не подходится. Ну, какая-то смотри. Шо? Сколько трубища целое. Ну так тут стоят тены. Ох, я забыл прозвонить. Сколько ж тут? Тут, наверное, стоят три тена. Я так думаю, что тут стоит три тена. А как ты это должен прозвонить? Там по я... телефону, что ли? Ну, это можно и так. Ну, тут, потому что я посмотрел, я думал, стоит тут тен 2-киловаттный и 4-киловаттный. А оказывается, тут три получается. Наверное, три тена. А сначала два включается, наверное. Потом, вот, включается два. Не, один. А так два. И вот, наверное, они параллельно и включены. Так, ну ладно, да, я сейчас затяну вот это все. Так, и вот это... Ой,
Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Вроде чтоб, если бы неохота, чтоб через баш там обошлась. Ну, в общем, вот так. Получилось. Вроде бы как бы нормально. Теперь я думаю, что. Крышечка надо. Крышку стоит ли пока закрывать? Не стоит, наверное. Может, тут что-то поддержать надо будет. Или прикрыть пока. Прикрыть, а то вдруг. А что вдруг? Мне надо будет и вот а это. А вот это что это? Да. Куда это? Ну это ж, это пойдет вот сюда. Насос. В общем, ладно, ребята. Сейчас я этот самый принесу. Разберешься, да? Не, сейчас я принесу крышку, покажу. Вот она, крышечка. Крышечка, если вот так вот, если закроется, значит, тут снизу смотрим. Не хочет снизу, значит, надо поджать чуть-чуть так, чтобы было тут. И тут не хочет. Так. А что она? Ага, вот так надо поджать ее чуть-чуть. И сверху тоже. О, все, ляка хорошо закреплена, и это закреплено хорошо, и это чуть-чуть, видишь, от стенки отступает, хотя тут, видишь, а тут не достает что-то, не понял. Что не достает? Не достает как-то. Ага, о, села, а тут почему-то не села. Не хочет садиться. А, о, все, захлопнулось, видишь, захлопнулось. Хорошо, что я сделал эти... Пропочки поставил, потому что тут чуть стенка... Проветривается будет, да? Да, проветривается. Дело в том, что вот здесь как-то щель, а здесь вот вверху щель в середине, а вот тут посередине что-то так плотно получается. Так что... Кривая как... стенка. Да. Но оно выровнялось. Вот так вот оно будет примерно стоять. О, не будет этот самый мешать, да, Ля? Не будет. О, хорошо. Так, ну-ка сейчас мы глянем, что тут у нас, как он будет. О, не достает. Тут нормально. Тут нормально будет, наверное, надо будет еще что-то туда делать. Ладно. В общем так, ребята, сегодня мы закрепили, как установили или подвесили, повесили. В общем, установили электрокотел Тенка 6-киловаттный, как я сказал, первая ступень 2. Вторая ступень 4, ну можно, если это 2 ступени, значит будет 6 киловатт. Ну я думаю, что 6 киловатт не понадобится. Кому интересно, значит, следите за выходом следующих видео. Ставьте лайки, потому что, ну как, лайк, конечно, это приятно, нас стимулирует и поднимает настроение, еще хочется что-то снимать. Так что, ребята, благодарю вас за внимание. Подписывайтесь, кто желает чтобы дальше что увидеть, нажмите на колокольчик, вот. И пока благодарим вас всех за внимание. До свидания.